Тему государственно-частного партнерства обсудили на пленарном заседании Общественной палаты Ивановской области. Встречу символично решили провести в центре «Мой бизнес». На площадку для диалога пригласили представителей власти и предпринимателей. Развитие государственно-частного партнерства ГЧП необходимо для повышения качества жизни граждан, модернизации социальной сферы, привлечения инвесторов для решения острых проблем населения. Одна из главных проблем в этой сфере, по мнению общественников, низкий уровень доверия между бизнесменами и властью. Впрочем, есть и удачные примеры такого сотрудничества. Например, центр гемодиализа. Медучреждения открыли на частные средства, а государство компенсирует лечение пациентов. В Общественной палате считают, что таких примеров должно стать больше. Когда бизнес выстраивает позицию в смысле того, что, предположим, организовывают новую поликлинику и начинают работать с государством по государственному частному партнерству, то есть конечные потребители от этого только выиграют, потому что это совершенно новый подход. Бизнесмены, как правило, стараются из этого всего извлечь большую выгоду, пытаясь поднять через ТФОМС свои тарифы. И, собственно говоря, насколько мы понимаем, что в России уже очень многим это удалось. Как общественники мы хотим, чтобы Ивановская область не отставала, и она чтобы тоже была впереди планеты всей.